25 мая во всех школах Белгородской области прозвенел последний звонок. Всегда это долгожданный и в то же время немного грустный праздник. В этом году в нашем регионе со школы прощаются почти 9 тысяч выпускников. Для них наступает непростая пора выпускных экзаменов. Время определения дальнейшего жизненного пути. И неважно, какую школу заканчивают ребята, большую городскую или маленькую деревенскую, все они чувствуют одно и то же. Я благодарна всем моим учителям, моим родителям, которых я очень-очень сильно люблю. Все, что сделала я, мои достижения, это только их заслуга. У меня очень волнительное чувство. Я очень переживаю за своих одноклассников, чтобы они поступили туда, куда они хотят, стали тем, кем они хотят стать. За этот год много чего было интересного. Класс замечательный. И в первую очередь я хочу сказать спасибо классному руководителю Рубцовой Елене Васильевне и директору школы Сергею Наталье Николаевне. Если бы не они, мы бы не были подготовлены к экзаменам, не сдали бы. И они у нас самые замечательные. Спасибо им большое. И также всем учителям. Для нас всегда открыта в школе дверь. Прощаться с ней не надо торопиться. Ну как забыть звончей звонка копель и девочку, которой нес портфель. Пускай потом ничто не повторится, для нас всегда открыта в школе дверь. Для нас мы ежегодно убеждаемся, что улучшаются качества знаний наших учащихся в нашей области. Учащиеся участвуют в олимпиадах, вот, творческих коллективах, спортивных мероприятиях. То есть мы видим такой комплексный подход к воспитанию будущего поколения. И сегодня хотелось бы всех поздравить с праздником, с последним звонком, который звучит для всех выпускников нашей Белгородской области.